Британия наложила санкции на патриарха Московского и всея Руси Кирилла за его активную поддержку военной агрессии России против Украины, говорится в официальном заявлении властей. Министр иностранных дел Ли Страсс пояснила, что предстоятель Русской Православной Церкви, цитата, «будучи давним союзником Путина, злоупотреблял своим положением для оправдания войны». В РПЦ охарактеризовали это решение как абсурдное, контрпродуктивное и способствующее разрыву европейского сообщества с Россией. Под ограничение попала и уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Ее обвиняют в принудительном вывозе сотен украинских детей и организации их усыновления. Также включены четверо полковников 64-й отдельной мотострелковой бригады ВС России, которых Лондон считает ответственными за военные преступления в Буче. Вышеперечисленным лицам запрещен въезд в Соединенное Королевство, их активы в британской юрисдикции заморожены.